Всем привет, друзья! Ну, наконец-то, долгожданно стартовала Play to Earn, игра, которая впервые на блокчейне Тон. Игра называется Top Fantasy, она стартовала только вчера. Мои подписчики очень-очень долго ждали этого, но я сам, конечно же, потому что игра мне зашла, и здесь можно неплохо зарабатывать. А еще самое прикольное то, что играть можно в Telegram-боте. Это, на мой взгляд, очень-очень даже удобно. Конечно же, можно таким вот образом открыть в браузере и в браузере играть. Но по мне так удобнее будет в Telegram-боте. Вот такая вот картинка у нас. Так вот у нас выглядит игрулька вот эта. Довольно-таки так неплохо проработано для Play to Earn игр. Давайте покажу боевка, как здесь происходит. Игрулька так похожа по типу там, кто может помнит, такие первые Диабло, где вот так вот мы двигали своим героем. Игра в жанре RPG, где мы прокачиваем своих героев, подбираем шмот, увеличим свою мощность и мочим монстров. Давайте покажу на примере. Можно уклоняться своих врагов. Просто тупо мочим их. Супер удар. Бах. Готово. Открываем сундучок. Получаем мы зеленые кристаллы и шмот. Ну или это просто NFT, который мы можем торговать, который мы можем продать и на этом зарабатывать. Проходит ивент, где разыгрывается 12 тысяч тонн и 101 тысяча токенов MC. MC токен — это внутриигровой токен, он уже торгуется. Вот как видите, на CoinMarketCap есть этот токен, он торгуется. То есть мы можем его вывести и продать, и обменять на любую другую либо криптовалюту, либо перевести себе на карту или любой другой кошелек. Давайте, чтобы видео не затягивать, я сейчас вкратце немного расскажу о том, как здесь зарабатывать, на чем можно здесь зарабатывать, немножко о функционале данной игры, а потом покажу процесс регистрации. Друзья, функционал здесь очень огромный и обширный, но он легко воспринимается, то есть здесь любой может просто разобраться. Что еще хорошо, что все это на русском языке, все переведено. Здесь у нас есть вот вкладка персонажа, где мы повышаем уровень своих героев. Также у нас здесь есть снаряжение. Нажимаем на снаряжение. Я за вчера только уже прокачался до оружия до 11 уровня. Тут есть, получается, у нас сюжетная линия, благодаря которой мы открываем всех вот этих вот персонажей. Сначала нам даются вот эти вот три первых самых, а потом уже в процессе открываются вот эти все остальные персонажи. Теперь у нас, давайте посмотрим сумку. У нас есть сумка, где у нас собирается весь шмот, который мы нафармили в данной игре. Тут есть автообъединение, то есть один и тот же шмот одинакового уровня можно объединить в один более мощный и с высшим уровнем. Так, есть у нас клуб, то есть помимо сюжетной линии PvE режима, у нас есть еще здесь PvP режим. Давайте зайдем, покажу Колизей. Нажимаем сражение. Тут они уже сражаются на автомате, то есть ничего делать не надо. Тут просто все зависит от мощности твоей команды. Все, я, конечно же, победил. Ништяк, круто, молодец. Конечно же, есть настройки. Здесь нам надо будет подключить кошелек, я покажу чуть позже. И самое, что интересно, торговая площадка. Нажимаем на торговать. Здесь мы можем либо купить любое для себя снаряжение. Например, давайте вот глянем, смотрите. Игра стартовала только вчера. А люди уже продают такое вот оружие вот за такие вот деньги. За токены MC.
И, друзья, самое интересное, то что здесь покупают даже снаряжение первого уровня. Я уже продал 3 шмота, вот еще продал еще один, сегодня четвертый. Цена маленькая, но и, соответственно, шмот там очень слабенький был. Поэтому я весь шмот такой слабенький, не нужно, я его сразу продаю. Ну вот давайте поставим, наверное, вот это оружие. Оно, в принципе, мне уже не нужно. Вот так вот просто повышаем цену. Ну вот, наверное, такая сойдет. Все-таки это всего лишь 5 уровня. Выставить. И просто ждем, когда его кто-то купит. Для тех, кто не любит долго прокачиваться и ждать там вот это вот, когда восполнится энергия для игры, разработчики, конечно же, добавили Game Pass, чтобы получить сразу мощнейший шмот, оружие. Давайте вот глянем, вот можно сразу забрать оружие 19 уровня, и с ним уже можно спокойненько стартовать. Стоит он около $20. Тут уже на усмотрение каждого, я ни к чему никого не призываю. Но я думаю, уже хватит об игре. Рассказывать можно очень-очень много. Поэтому, наверное, выпущу серию видео по данной игре. Давайте приступим к процессу регистрации. Переходим по ссылке в описании, попадаем на такой пост. Спускаемся чуть ниже. И нажимаем на кнопку клик. Это ссылка на Telegram-бота. Нажимаем старт. Ну и сразу же за регистрацию получаем 100 кристаллов. Только если вы перейдете именно по моей партнерской ссылке, вам дадут вот эти вот кристаллы. Они вам 100% пригодятся в игре. Нажимаем Play Game. Play Solo. Окей. Выбираете, кто вы, мальчик или девочка. Придумываете себе имя. Войти в игру. Тут проходим обучение. Теперь переходим в настройки. Нам нужно привязать свой счет. То есть создать здесь кошелек. Следуем вот этой инструкции. Возвращаемся обратно. Нажимаем депозит MC. Начать. Нажимаем MC. Вводим любое число. Тут пополнять ничего не надо. Это просто для, как так сказать, верификации кошелька. Open Wallet. Так, ну далее я показать уже не могу. Тут нужно скачать будет кошелек TonKeeper. Нажимаем Open Wallet. Дальше я показывать не буду, потому что у меня кошелек уже стоит. Вас перебросит в магазин приложений, там Google Play или App Store, не знаю. Скачиваете кошелек TonKeeper, создаете его. И потом вторым шагом нажимаете Bint Wallet, вот как вот здесь написано. Ну вот, например, Open Wallet. И нажимаете Bint Wallet. И у вас кошельки приконнектятся. То есть соединятся. Ну и все, теперь можно будет спокойненько уже играть и зарабатывать. Ну и в итоге у вас должно получиться вот так вот. Адрес кошелька и номер кошелька написан. Это означает то, что вы подключили свой кошелек. Друзья, ну а на этом я буду заканчивать. Если у вас возникают какие-то вопросы или что-то не получается, то, конечно же, пишите мне в личку, или у нас здесь есть даже чат свой. Здесь мы можем пообщаться и ответить на ваши любые вопросы. Конечно же, не забываем подписаться на телеграм-канал. Здесь публикуется самая важная информация по всем проектам. Всем пока!